температуры вашего тела, а также нарушение биологических реакций в момент столкновения с неизвестной вам формой жизни. Будьте осторожны при переходе в более совершенное состояние. Обратите ваше внимание на обыкновенные дороздания. Не забывайте, что причиной смерти может стать лицемерие, опоздание к покаянию, а также выбор разрушения или созидания. Ждите дополнительной информации и сквозь ложные овации не допускайте даже слабой мозговой деформации. Если ночью скажет «да», все сойдет.